просто. Если я один, то вернусь, он просто летает у меня на спине. Я максимум тебе отдам. Тебе проще. Поле не отвечай, не надо, ни фамилия, не надо. Еще да, скажи, игра не начинается. Окей, okay, okay. Да? Да. Нормально. И проблема русские игроки, да? Это вот, о, ага. Ага, Михайло. Тит. Хорош, Иван. Блядь, пока. Настроение рабочее, понятно, что не так много времени прошло после календарного матча чемпионата, но уже есть игра Кубка через 2 на 3, где надо решать свои задачи, свои цели, ну и, естественно, двигаться поступательно по своему качеству игры и побеждать.
Ну, мы пытаемся играть, пытаемся быстро двигать мяч и создавать хорошие атаки, быстрые атаки, позиционные. Ну, в первом тайме забили два, да, могли забить еще, но я считаю, что нормальный результат для первого тайма. Да, ты ж таки никогда не попадал. Играет, это будет.